Всем привет! На ваших экранах процесс обжига бревен. Бревна у меня пойдут на столбы для забора. Этот процесс называется окуривание. Быть может, многие слышали о доме на курьих ножках. Так вот, курьи ножки — это не ноги от курицы, на которых стоит избушка. Это сваи, окуренные вот таким вот образом, опаленные огнем. В этом случае вкопанная свая, либо столб в землю, будет стоять намного дольше. Таким вот образом подаем заготовки на огонь, обжигаем где-то метр от основания. Вода обязательно, на всякий случай. А здесь уже подготовленные к монтажу столбы. Материал сосна. Здесь диаметры побольше у меня лежат. Почти срубовые даже, я бы сказал. Жалко в землю вкапывать. Но куда деваться? Буду вкапывать. Огораживать участок нужно. В любом случае. В общем, процесс в полном разгаре. Вся технология мною описана. И видео заснято. Применяйте на своих участках. Может быть, кому пригодится.